Чем лечить и сколько это стоит? Участники встречи обсудили вопросы импортозамещения фармпромышленности, нововведений в области технического оснащения, а также качества лекарственной продукции. Впервые встреча экспертов алтайского здравоохранения прошла в выездном формате на площадке бийского фармгиганта «Эвалар». Сегодня компания предлагает клинически равноценные аналоги 24 импортных лекарственных средств. Мы, безусловно, ознакомились с самим производством. Нас ознакомили с формами производства. Сам технологический процесс, лабораторный процесс, все это нами увидено. И, конечно же, мы можем не думать, а говорить уже о том, что факт импортозамещения, ну, в частности, в Алтайском крае, он есть. 800 килограмм таблет в месяц. Представителям ЗАГС-собрания показали полный цикл производства лекарственных препаратов. От сырья до упаковки. Вот, высокопроизводительный пресс, 400 тысяч таблеток в час. Отечественное производство готово предоставить пациентам лекарства, клинически равноценные западным аналогам. Каждый продукт от сырья до готовой упаковки проходит десятки экспертиз, прежде чем дойти до пациента. Мы проверяем на стабильность, насколько оно соответствует той спецификации, которая уже на утвержденном сырье работали. Мы должны доказать, что показатели качества сохраняются точно такие же. Российские компании приходят к тому, чтобы развивать независимую сырьевую базу. В 2023 году с какими-то особыми проблемами мы не столкнулись по отсутствию лекарственных препаратов в России. В течение 2022-2023 года заводы перестроились, заключили контракты на поставку субстанции. В рамках заседания представители АКСС отчитались также и о том, что в этом году заранее заключили госконтракты на поставку льготных медикаментов. Аптеки Алтая уже работают над заполнением складов, чтобы льготники без перебоя смогли получать лекарства даже в январские праздники. Олеся Бедрева, Евгения Ижутова, Андрей Сигаев. День с толком.